Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Лига цифровой экономики, Синицинский Михаил. Как прошла игра? Победили у команды Tech Inform со счетом 3-2. Получилась настоящая мужская борьба. Собили единоборств. Где-то даже мы переходили, и мы и соперник, наверное, за грань дозволенного. Но бились до конца, не хотели вступить. Команда соперник, наверное, самая симпатичная из всех, с кем мы в этом году, может быть, даже в прошлом году играли. Парни, понятно, во что играют. Но мы выбрали тактику, от обороны играли в надежде на наших красных нападающих. Собственно, что и получилось у нас. Два мяча из трех были забиты именно таким образом. Может сказать, зеркально. Счастливы победы. Догнали лидеров. После первого поражения удалось реабилитироваться уже двумя победами. Надеюсь, впереди еще, можно, 5, по-моему, у нас еще игр впереди. 5 игр. Будем каждый выкладываться с надеждой на лучшее. Поэтому команде соперника еще раз спасибо, ребята прям большие молодцы. Спасибо, удачи.